меня сейчас такой шок вообще, я в шоке. У Хагельмана какой-то новый прикол. Я сейчас перецепляюсь. Еду на базу, Шалон. А, Париж 2, Брум. Париж 2. Вытягиваю карту. В мою машину садится какой-то чел непонятный. Вставляет свою карту, едет выгружаться. Там две выгрузки у него. Вот у меня машину возвращает, а я в это время стою на 45-ке. Честно говоря, я немножко в шоке. У меня тут вещи свои, что я все удаст мне, что ли, буду. А потом, если у него что-то там грохнет там где-нибудь на складе, тиранет, я не знаю, никаких ни актов, ничего, поехал. Дал машину покататься чуваку, да? Вообще какая-то фигня. Честно говоря, я в шоке. Отдать машину на выгрузку кому-то, потом мне обратно вернуть. Охрененно. Вот это вообще первый раз такой. Я даже такого не слышал ни от кого, что кто-то машину давал свою выгрузить, а в это время сам бы отдыхал. Я бы лучше сам поехал, блин, погружался. Я в шоке.